Умер местный Дон Жуан. В отместку за его грехи жена похоронила его голым, но женщины, которых он любил, в благодарность купили ему костюм и тайком откопали гроб, чтобы его одеть. Смотрят, а в гробу пусто, лишь записка лежит: «Дорогие мои бледуньки, я через три могилы у молочницы Груни». Лорд справляет свадьбу. После свадьбы гости-холостяки идут в публичный дом и застают там лорда. Они потрясены: «Сэр, почему вы здесь? Ведь у вас молодая красавица-жена». Крошка так устала, что сразу же уснула. Стоило ли будить ее из-за каких-то нескольких фунтов? Рефери считает: «Один, два, три...» «Слушай», — шепчет секундант лежащему боксеру, — «до восьми не вставай». «Хорошо», — отвечает тот, — «а который час?» Семейная идиллия. Муж считает газету, жена вяжет. У ее ног лежит пес, в камине пылает огонь. Жена говорит мужу: «Умоляю тебя, не говори «да, дорогая» всякий раз, когда пес зарычит во сне». Капитан тонущего корабля спрашивает у пассажиров: «Кто из вас знает все молитвы?» «Я», — отвечает один. «Ну и чудесно, а то у нас не хватает одного спасательного круга». «У меня был прекрасный почтовый голубь. Что же с ним случилось?» «Погиб при исполнении служебных обязанностей». «Как?» «Его пришибли на почте, когда ставили печать». Смит сидел за завтраком и просматривал газету. Вдруг он остолбенел. В газете было напечатано объявление о его смерти. Он сейчас же позвонил своему другу. «Алло, Джон, ты читал объявление о моей смерти?» «Да», — ответил Джон. «Кстати, откуда ты говоришь?» Звонит телефон. Трубку поднимает отец трех дочерей. Не успел он открыть рот, как голос в трубке ласково спросил: «Это ты, моя лягушечка?» «Нет», — говорит отец, — «это, говорит, владелец пруда». На тонущем корабле один из пассажиров спрашивает капитана: «Далеко ли отсюда до земли?» «Одна миля», — мрачно отвечает капитан. «А в каком направлении?» «По вертикали». «Хотел бы я иметь столько денег, чтобы мог купить слона». «Зачем тебе слон?» «Слон мне не нужен. Мне нужно столько денег». Один фермер звонит соседу, такому же фермеру: «Джексон, скажите, ваша лошадь курит? Вы что, с ума сошли?» «Конечно, нет». «Тогда, значит, ваша конюшня горит». В Америке провели статистику, по каким причинам мужчины ночью встают с постели. Первое — 5%, чтобы сходить в туалет. Второе — 20%, чтобы идти на работу. Третье — и 70%, чтобы одеться и идти домой. Лорд спрашивает слугу: «Скажите, Джеймс, каких лошадей вы предпочитаете?» «Видите ли, сэр, когда я еду на вороной, мне почему-то хочется скакать на серой. А когда на серой, то думаю о вороной». «А каких женщин вы предпочитаете, Джеймс? Блондинок или брюнеток?» «Видите ли, сэр, не надо, Джеймс». «Я понял». Машинист Парижского экспресса видит издали лежащую на рельсах парочку, дает гудок. Никакого внимания. Снова гудит и с трудом тормозит состав. Соскочив с паровоза, подлетает к парочке со страшными ругательствами. Молодой человек поднимается и говорит: «Месье, один из нас должен был остановиться. Я не мог». В Голливуде один режиссер для сцены сражения пригласил 10-тысячную массовку. «Вы разорите меня!» — стал кричать на него продюсер.
Не беспокойтесь, я приказал во время съемок стрелять настоящими снарядами. Однажды знаменитый киноактер Адольф Минжу заказал у лучшего нью-йоркского портного брюки. Только через месяц, после нескольких примерок, портной выполнил заказ. Забирая брюки, Минжу с раздражением сказал: «Богу понадобилось 7 дней, чтобы сотворить мир, а вы мне 30 дней шили брюки». На это портной ответил: «Посмотрите на этот мир и посмотрите на эти брюки». 3 желания француженки: рюмку коньяка до и сигарету после. В Англии искали компанию, которая взялась бы за прокладку тоннеля под Ла-Маншем. В парламент пришел человек с лопатой и сказал: «Я пришел насчет тоннеля». Его спрашивают: «Вы представитель какой компании?» «Буду копать в компании с братом. Он будет копать из Франции, а я из Англии, и под Ла-Маншем мы с ним встретимся». «Ну а если не встретитесь, тогда будет 2 тоннеля». Девушка приехала в автосервис, механик осмотрел машину. «Ну что?» — спрашивает она. «Поломка серьезная?» «Если бы это была лошадь», — ответил механик, — «я бы ее на вашем месте просто пристрелил бы». Шотландец проиграл за вечер 100 фунтов стерлингов и жалобно обращается к своим партнерам по покеру: «Ребята, помогите, умоляю вас. Если жена узнает, что я продул 100 фунтов, она голову мне отвернет». На глазах его появились слезы. «Заклинаю вас, верните мне эти деньги, иначе мне не жить». Партнеры повздыхали, поворчали, но, сжалившись над беднягой, вернули ему деньги. «Ребята», — продолжал неудачник, — «дайте мне еще 50 фунтов, чтобы она подумала, что я выиграл». 2 старые девы сидят во дворе на скамейке и, поджав скорбно губы, наблюдают за петухом, который гоняется за одной из кур и никак не может догнать. 2 раза обежав вокруг дома, курица выбегает на улицу и попадает под колеса грузовика. «Она предпочла смерть», — произносит одна из дев с пафосом. Миссис Бертон говорит мужу: «Хочу сделать имплантацию груди». «Но это слишком дорого», — возражает муж. «Возьми лучше туалетную бумагу и 3 между сиськами. И что, они станут больше? Во всяком случае, на твоей заднице это отразилось». Клиентка приходит в магазин и жалуется: «Вчера купила одеяло, которая, по вашим словам, изготовлена из чистой шерсти, а дома обнаружила на нем этикетку 100% хлопка». «Это верно, мадам. Эта этикетка пришита специально, чтобы ввести в заблуждение моль». Один знаменитый путешественник, отправляясь в Антарктиду, включил в состав экспедиции самую уродливую женщину, какую смог найти. Он объяснил это так: «Когда она покажется мне хорошенькой, я пойму, что пора возвращаться на родину». Посреди океана встретились 2 человека, потерпевших крушение. Каждый плыл на своей лодке. «Добрый день», — сказал один. «Ваш корабль утонул?» «Да, 1 год тому назад». «Что вы говорите? И вы провели все время в море?» «Да, что? Как вы могли так долго выдержать?» «Сам удивляюсь, особенно скучно по воскресеньям». Господин Хуго встал с кровати, посмотрел через окно на улицу и сказал своей жене: «По всему похоже, что будет прекрасный день». «Ну и что из этого?» — спросила супруга. «Ты как-то говорила, что в один прекрасный день уйдешь от меня». Дама в зоопарке, восхищаясь страусом, обращается к служителю: «Скажите, пожалуйста, они когда-нибудь теряют перья?» «Обычно нет, мадам, но могут уронить, если увидят $10». Гость рассматривает фотоальбом. Хозяин поясняет: «Это тонет корабль, это крушение поезда, это пожар в отеле, это ураган, а это моя свадьба».
На Диком Западе ковбой заехал в бар выпить стакан виски. Оглядевшись, он заметил пианино, а над ним плакат. «Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет». Место возле инструмента пустовало, и ковбой спросил у официанта: «А где пианист?» «Пианист?» — с печальным вздохом ответил официант. «К нам приезжал один ковбой, который не умел читать». В семье французов дочка выходит замуж. Перед первой брачной ночью мать говорит новобрачной: «Если ты дашь мужу перед сном съесть 10 устриц, то у тебя будет незабываемая ночь». Дочь сделала, как сказала мать, утром выходит из спальни грустная. Мать спрашивает ее: «Ну как?» «Сработало только 4 устрицы». Пожилой ковбой приводит к врачу молодого: «Доктор, помогите моему зятю, я вчера прострелил ему ногу». «Что же это за дело, стрелять в собственного зятя?» «Когда я в него стрелял, он еще не хотел быть моим зятем». Охотник рассказывает в гостях: «Самый опасный зверь — гризли. От этого медведя нет спасения. Если вы бежите, он побежит еще быстрее. Если вы броситесь в воду, он тоже поплывет». «А если спрятаться?» — спросил кто-то из гостей. «Он тоже спрячется». Из английского юмора. Лорд звонит ночью из клуба домой. «Джеймс, слушаю, сэр». «Как у нас дома?» «Все в порядке, сэр». «А что делает моя жена?» «Сэр, она в своей комнате лежит в постели с каким-то мужчиной». «Джеймс, возьмите из ящика моего стола пистолет и убейте его». «Я отвечаю». «Слушаюсь, сэр, я не кладу трубку». Лорд слышит шаги дворецкого, скрип двери, крики, топот ног, выстрел, а затем голос слуги: «Сэр, я выполнил вашу просьбу. Он пытался бежать через зимний сад, но я догнал его и застрелил». «Джеймс, но ведь у нас в доме нет зимнего сада». «Простите, сэр, какой номер телефона вы набирали?» «Ваша милость», — обращается лакей к своему господину, — «пришел портной и говорит, что не уйдет отсюда до тех пор, пока не получит денег за 2 костюма, которые он вам сшил». «Хорошо, Джон», — спокойно отвечает лорд, — «приготовьте для портного комнату». Американец поехал на отдых во Флориду. Через некоторое время он внезапно заболел и умер. Тело его отправили в Нью-Йорк. На похоронах, во время прощания с покойным, один из приятелей обращается к вдове: «Как он хорошо выглядит! Еще бы! 2 недели во Флориде пошли ему на пользу». Индиец приходит в мэрию и говорит: «Я хотел бы сменить свое имя». «Пожалуйста, как вас зовут сейчас?» В переводе это значит так: «большой паровоз, который мчится по лесу и гудит». «А какое имя вы хотели бы получить?» «У-у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 -
почему мою сестру зовут Восходящее Солнце? Потому что она была зачата при восходе солнца. А почему младшую зовут Синий Цветок? Она была зачата в Васильках, и хватит приставать ко мне, рваная резинка. Парочка занимается любовью в машине. В стекло стучит полицейский. «Что вы здесь делаете?» Парень опускает стекло, трахаю свою подружку. «Хорошо», — говорит полицейский. «Следующая очередь моя. Парень, это мне нравится. Я еще никогда не трахал полицейских». «Алло! Страховая компания? У моего мужа была страховка на случай пожара. Недавно он умер. Когда я могу получить страховую сумму?» «Причиной смерти вашего мужа был пожар?» «Нет, он умер от гриппа, но я его кремировала». В полицию приходит человек. «Я пришел сдаться властям». «А что вы сделали?» «Я ударил мою жену и убили ее». «Что вы, на ней нет даже царапины». «Но это пустяки, можете идти». «Ни за что. Она стоит за этой дверью». Шут вошел в королевские апартаменты и увидел, что король умывается, низко склонившись над тазом.
Шут разбежался и дал сильного пинка его величеству под зад. Рассвирепев, король приказал тут же казнить наглеца. Немного поостыл, он сказал, что виновник может попробовать вымолить прощение извинением еще более дерзким, чем нанесенное ему оскорбление. Шут на минуту задумался. «Ваше величество», — сказал он смиренно, — «поймите, я и не думал вас оскорблять. Просто я подумал, что это умывается королева». Два ковбоя на конях спасаются от индейцев. Въезжая в лес, оба подпрыгивают и хватаются руками за сук дерева. Индейцы с шумом проскакивают под ними. «Джон», — говорит один ковбой, — «тебе не трудно висеть?» «Да нет, легко, а вот мне тяжело». Второй смотрит вниз и говорит: «Дружище, да ты забыл вынуть ноги из стремян». У входа в храм в Гетеборге пастор вывел надпись: «Если ты изнурен грешной жизнью, отвори и войди». Чуть пониже губной помадой написано: «А если не изнурен, звони по телефону 16-07-66». «Ну как, Хансон, ты доволен своей новой собакой?» «Очень. Каждое утро она приносит мне свежую газету». «Подумаешь, так делают многие собаки». «Возможно, но у меня другая ситуация. Я вообще не подписываюсь на газеты». «Представьте себе, вы идете по улице, и вдруг начинает стрелять. Что вы будете делать?» «А что я должна делать?» «Как? Вам не объясняли? Надо сразу лечь». «Господи, неужели в наше время, чтобы заставить женщину лечь, надо обязательно стрелять?» «Кёльнер, суп очень горячий. Подождите немного, и он остынет. У меня нет времени ждать. Тогда подуйте на него. Если бы я собирался дуть, то заказал бы тромбон, а не суп». «Андреа, сегодня Жак будет просить руки нашей дочери. А что я должна делать?» «Молчать и кивать головой. И ни в коем случае не целовать ему руки и не говорить: «Спаситель наш». Когда Оле спросили, может ли он вспомнить 5 лучших лет своей жизни, он ответил: «Конечно, это когда я учился в 1-м классе. «Я хочу развестись с моим мужем», — говорит дама своему адвокату. «За 4 года он произнес не более 4 слов». «Так, так, мадам, у вас есть дети?» «Да, 4». Норвежцы как-то затеяли играть в футбол со шведами. Ровно в 6 капитан шведов посмотрел на часы, свистнул свисток и сказал: «Рабочий день окончен». И вся его команда отправилась в раздевалку. А норвежцы остались в поле и только в конце дополнительного тайма смогли забить победный гол. «Зав кадрами, прежде чем принять вас на работу в нашу фирму, я хотел бы узнать, не склонны ли вы врать, ловчить, воровать, опаздывать?» Норвежец: «Нет. Но если это нужно вашей фирме, то могу научиться». В мясном магазине позади прилавка висит огромное зеркало. «Зачем вы повесили зеркало?» — спрашивает покупатель директора. «Чтобы покупательницы не смотрели на весы». «Жемчуг, который я буду носить в 1-м акте, должен быть настоящим», — требует капризная актриса. «Все будет настоящим, дорогая», — говорит директор театра. «Все будет настоящим. И жемчуг в 1-м действии, и яд в 1-м». 85-летняя вдова отправилась на свидание со своим сверстником, с которым познакомилась по брачному объявлению. Домой она явилась явно огорченная. «Мне пришлось 3 раза ударить его по щеке», — поделилась она с дочерью. «Мама, он что, приставал?» «Да нет, я просто думала, что он умер».
Служащий пришел на работу с большим опозданием. И в оправдание объяснил шефу, ночью у жены были тяжелые роды. Через 3 недели тот же служащий снова опоздал на работу. «А теперь вы почему опоздали?» — строго спросил директор. «Понимаете, у моей жены снова ночью были тяжелые роды. Что, у вас жена крольчиха?» «Нет, акушерка». «Изобретатель пришел в фирму. Хочу предложить вашей фирме свое последнее изобретение. Автомат для бритья. Клиент опускает монетку, просовывает голову в отверстие, и 2 бритвы автоматически начинают его брить. Это хорошо. Но ведь у каждого клиента сугубо индивидуальное строение лица? До первого бритья — да. Старый лорд подходит утром к окну гостиной, долго смотрит на окутывающий Лондон тяжелый серый туман, а затем говорит своему дворецкому: «Сегодня смог, Джон. Поздравляю, сэр!» «Владелец собаки ветеринару. Мой пес повадился бегать за машинами, малолитражками, и лает, как сумасшедший. Вы можете вылечить его?» «От чего?» «Все псы бегают за автомашинами». «Да, но мой хватает их и закапывает на огороде». Клерк входит в кабинет начальника и выливает чернила ему на лысину. Потом начинает плясать на его столе. Но тут в комнату заглядывает другой Шинье и громким шепотом говорит: «Смит, прекрати! Ты не получил 1 000 000 наследства, мы пошутили!» Идет негр по берегу моря, жарко, губы рассохлись. Спустился к морю, вдруг увидел в воде возле самого берега золотую рыбку, схватил ее, а рыбка и говорит: «Отпусти меня, я исполню 3 твоих желания. Негр подумал: «Ну хорошо, во-первых, хочу стать белым. Во-вторых, хочу, чтобы на коленях у меня сидели женщины. В-третьих, чтобы у меня всегда было много воды». И он стал унитазом в женском туалете. «Я категорически настаиваю на разводе», — заявил судье отчаявшийся истец. «Она продолжает держать в спальне ручную козу, и я просто не в силах выносить этот запах». «Вам можно посочувствовать», — покачивая головой, ответил судья. «Но нельзя ли было открыть окно? Но тогда все мои голуби разлетятся». По берегу Темзы идет мужчина с фотоаппаратом. К нему подбегает женщина: «Идите скорее, моя подруга тонет». «Увы, мисс, у меня уже кончилась пленка». «Вам вышибалы нужны?» — обращается здоровенный детина к бармену. «Нужны, но я не знаю вашу квалификацию. Сейчас я вам ее продемонстрирую». Детина подходит к одному из столиков, берет за шиворот первого попавшегося верзилу и выбрасывает в окно. «Ну как? Минуточку. Сейчас директор вернется, и мы с вами побеседуем». «Адам, почему вы так поздно... почему ты так поздно вернулся? С кем ты провел этот вечер?» «Ну что ты придумала, Ева? Ведь нас в раю только 2. Но когда Адам засыпает, Ева на всякий случай пересчитывает его ребра. Человек идет по улице и вдруг слышит тоненький голосок, доносящийся из его кармана: «Стой!» Человек в изумлении замирает на месте, и прямо перед ним тут же падает со свистом кирпич. Человек изумляется еще больше. «Кто же меня предупредил?» «Это я!» — опять доносится тоненький голосок из кармана. «Твой хранитель!» Человек засовывает руку в карман и осторожно извлекает оттуда крошечного гнома, подносит его к глазам, долго рассматривает, потом задумывается и, наконец, спрашивает: «А где же ты, гад, был, когда я женился?» «Нищий мадам, я не видел мяса целую неделю». «Мэри,
Покажи ему котлету. Идет джентльмен по пустыне, конца края не видно. Захотелось ему в туалет, а иначе он не может, джентльмен. Навстречу ему идет караван. «Сэр», — спрашивает джентльмен караванщика, — «вы не подскажете, где здесь туалет?» Караванщик задумался, а какой сегодня день? «Понедельник, сэр». «А, ну тогда до четверга прямо, а потом налево». «Что тебе сказал отец, когда узнал, что ты разбил его автомобиль?» «Ругательство опустить, разумеется, ни слова». «Мадам, вы давали объявление о найме служанки, а вы согласны у нас служить?» «Да, согласна, но предупреждаю, я не мою полов и не готовлю еду». «А играете ли вы на арфе?» «Нет, а почему вы спрашиваете?» «Мне нужно, чтобы кто-нибудь играл на арфе, пока я буду готовить и мыть полы». Парикмахер, дважды порезав клиента, чтобы как-то смягчить ситуацию, затевает с ним разговор. «Вы у нас раньше бывали?» «Нет, руку я потерял на войне». Новый раздел книги, который называется «Муж уехал в командировку». Славный парень Роланд отправляется в дальний поход. Уже сидя в седле, зовет своего верного друга, вручает ему ключ от пояса целомудрия своей жены и говорит: «Дорогой друг, я буду отсутствовать несколько лет. Все это время ты должен охранять честь моей супруги и всегда держать ключ при себе». Затрубили гарнисты, и славный рыцарь выступил в поход. Не успел он отъехать подальше от городских ворот, как его нагнал верный друг на взмыленном коне и уже издалека закричал: «Какое счастье, что мне удалось тебя нагнать!» «Что случилось?» — встревожился рыцарь. «Ты ведь дал мне не тот ключ!» Муж внезапно возвращается из командировки. Жена быстренько распахивает двери на балкон и подталкивает туда любовника. «Повисай!» Вот повис. Висит час, два, три, ночь. Утром дворник подметает улицу, увидел мужика и спрашивает: «Что, висим?» «Вишу». «Ну ладно, подними ноги, я под тобой подмету». Один гражданин работал в мастерской, где делали чучело животных. У него был стеклянный глаз, который он иногда вынимал и клал рядом с собой, так как он ему мешал. Однажды в мастерскую ему принесли телеграмму от жены. Жена сообщала о своем приезде с курорта. Телеграмма запоздала, до прихода поезда оставались считанные минуты. Гражданин в торопях вставил не свой глаз, а глаз щучела тигра и помчался на вокзал. Жена, выходя из вагона, увидела мужа и закричала: «Не смотри на меня зверем! Я сама все расскажу!» Молодой коммивояжер вернулся из деловой поездки и узнал, что его жена была ему неверна. «Это был мой друг Джон?» — сурово спросил он. «Нет». «Тогда Ричард?» «Нет». «Постой». «Тогда это, возможно, мой друг Сэм». «Что ты заклинился на своих друзьях? Ты думаешь, что у меня своих мало?» Муж внезапно пришел домой. Смотрит на балконе любовник. «Как вы сюда попали?» «Да вот с парашютом прыгал, за ваш балкон зацепился». «Ну тогда заходите, чайку попьем». «А вы даже не удивляетесь?» «А чему удивляться? Вчера у нас в туалете геологи нефть нашли». Жена устроила подругу к своему мужу секретарем с тем, чтобы узнать, как ведет себя муж на работе. Проходит месяц, другой, жена спрашивает мужа, как новая секретарша работает. «Ну как, утром к 9 часам приходит, а в 6 вечера уходит». «А как она одевается?» «Медленно». Жена уехала на курорт. Через несколько дней муж ей посылает телеграмму «Где вилки?». Она ему в ответ телеграфирует «Спи дома». И так несколько раз. По приезде домой муж говорит ей: «Почему ты мне не ответила, где вилки?». Она подводит его к кровати и снимает простыни. Вилки под простынями. Встречаются два приятеля. «Послушай, тебе нравятся тупые бабы?» «Ну что ты, конечно, нет». «А такие, которые выпивают и курят?» «Ну зачем мне такие?» «А которые не умеют готовить ни завтрак, ни обед, ни ужин?» «Да нет же!» «Так какого же черта ты лезешь к моей жене?»
семье родился ребенок. Не разговаривал он до 5 лет. Родители повели его к врачу. «Не волнуйтесь», — успокоил врач, — «он будет разговаривать. Вот только те, кого первые 3 раза назовет, умрут». Через некоторое время ребенок сказал слово «дед». Дед умер. Вскоре он сказал «баба», умерла бабушка. Однажды жена сказала мужу: «Посиди с ребенком, а я схожу в магазин». Гулял ребенок, гулял и сказал «папа». Отец собрался, помылся, надел новый костюм, ботинки и лег на кровать. Приходит жена домой и говорит: «Что это ты улегся в новом костюме на кровать? Собирайся и пойдем на похороны. Сосед умер». Муж уезжает отдыхать и просит соседа присмотреть за женой. «Если загуляет, давай телеграмму: жена умерла, а я пойму». Через неделю приходит такая телеграмма, а мужчины в номере не оказалось. Сердобольные друзья дают ответную: «Сообщите, когда похороны». Получил сосед такой ответ и пишет: «Когда похороны, не знаю, но доступ к телу продолжается». Сотрудник вернулся из дома отдыха и у себя на работе делился свежими впечатлениями. Он показывает пальцем на групповую фотографию: «Это со мной, а это с этим» и так далее. Один из сотрудников видит на фотографии свою жену, которая в это время тоже была в доме отдыха. Он дрожащим голосом спрашивает: «А это с кем?» «А это у нас самая порядочная. Как с мужем приехала, так с мужем и уехала». На тот свет прибывает 10 женщин. Прежде чем распределить, кого в ад, кого в рай, апостол Петр выстроил их в одну шеренгу и спрашивает: «Кто из вас хоть один раз в жизни что-нибудь украл? Поднимите руку». 9 женщин подняли руки, а 10-я нет. «Кто из вас хоть один раз изменял мужу? Поднимите руку». 9 женщин подняли руки, 10-я нет. Апостол Петр подзывает ангела: «Так вот, этих 9 отправьте в ад, и эту 10-ю глухонемую туда же». Жена приезжает с курорта и привозит целый чемодан денег. На вопрос мужа, откуда столько денег, она отвечает, что заработала. «Да за тебя же больше рубля никто не даст», — говорит муж. «А я больше и не брала». Жена улеглась с любовником, а муж пришел на обед. Жена быстренько спрятала любовника в холодильник. Муж заходит на кухню, открывает холодильник и: «Ты кто, Вася? А что ты тут делаешь? Колбасу ем». Пришел муж на работу и рассказал все друзьям. «Дурак ты», — рассмеялись друзья, — «ведь это любовник жены». Прибежал муж домой и опять к холодильнику, а в нем другой мужик. «Как тебя зовут?» «Федя». «Слушай, Федя, передай Васе, что если я его увижу, убью». Уехал муж в командировку. Вечером жена пригласила 3 мужчин. Сидят за столом, выпивают. Вдруг звонок в дверь. Жена перепугалась, затолкала всех 3 мужчин на балкон, посадила в пустые мешки и завязала. Входит в квартиру муж, выпил чаю и вышел на балкон покурить. Видит, у стенки стоят 3 мешка. Кричит жене: «А что за мешки у нас появились?» «Это мама из деревни к празднику кое-что прислала». Муж ткнул ногой 1 мешок из мешка. «Отлично, будем из барашка шашлык делать». Нул ногой 2, оттуда хрю-хрю. «Тоже неплохо, окорок закоптим». 3-й мешок пнул — тишина. Еще раз пнул — тихо. 3-й раз как треснет ногой по мешку, из мешка раздалось: «Идиот! Неужели непонятно? Раз молчит, значит, картошка!» Кто такой образцовый муж? Тот, который, войдя в спальню к жене и увидев ее с любовником, скажет: «Ну, вы тут продолжайте, а я пойду кофе сварю». А кто такой образцовый любовник? Тот, кто после этого сможет продолжать. Муж обнаруживает в кровати жену с мужчиной. «Что вы здесь делаете?» — заорал муж. «Вот видишь», — говорит жена мужчине, — «я же тебе говорила, что он дурак». Судят мужчину, сбросившего из окна 3-го этажа холодильник, который, упав, отдавил ногу проходившему внизу человеку. «Судья: обвиняемый, расскажите, как все было». Обвиняемый:
Я прилетел утром из командировки, вхожу в дом, жена бледная, вся в смятении. «Где он?» — кричу жене. Она молчит. Вижу, дверь черного хода распахнута, я кидаюсь к окну, открываю, гляжу, он, как миленький, в одних трусах, бежит под окнами. Я схватил холодильник и выкинул в окно ему на голову, к сожалению, промахнулся, пришиб только ногу. «Судья, потерпевший, ваше слово, потерпевший входит, хромая. Товарищ судья, каждое утро перед работой я занимаюсь бегом. Утром 5 мая, как всегда, бегу своим маршрутом, и вдруг сверху что-то свистит, гляжу, летит холодильник, я еле увернулся. Судья, прошу пригласить свидетеля». В зал под руки вводят человека, у него на руках и ногах гипс. Свидетель: «Сижу я в холодильнике». Утром в субботу встает муж в 5 часов утра, нехотя собирается на рыбалку. Оделся потеплее, взял снасти, выходит на улицу, на дворе темень, льет осенний холодный дождь, ветер. Постоял он, постоял и подумал: да не пойду я никуда в такую погоду, пойду досыпать. Пришел домой, разделся и тихонько к спящей жене под одеяло. Бррр, ну и холодина на дворе. И не говори, соглашается жена, не поворачиваясь. А мой-то дурачок на рыбалку пошел. Муж неожиданно для жены вернулся домой. Видит, стол накрыт, жена наряженная, но никого в доме нет. Муж выпил, поел и лег на кровать. Вдруг из-под кровати выползает детина: «Я рецидивист Бабушкин. Деньги на бочку, муж, ничего нет». «Тогда выход покажи». Проводив гостя, муж снова лег. Из-под кровати другой мужик выползает: «Я следователь Дедушкин. Тут не пробегал Бабушкин, вор и мошенник. Муж был, он туда побежал, следователь. Опергруппа, на выход!» Представляете, прихожу домой вечером с работы и застаю свою жену в постели с каким-то шведом. «Ну, и что вы ему сказали?» «А что я мог ему сказать? Я же не знаю шведского». Муж застал жену в постели с любовником, сходу развернулся и ударил любовника. Жена с постели: «Правильно, здесь не живет, а к нам ходит». Любовник развернулся и дал ответную плюху мужу. Жена: «Правильно, сам не может и другим не дает». Одна женщина приходит на работу с подбитым глазом. Ее спрашивают: «Кто это вас так?» «Муж». «А мы думали, что он в командировке». «Я тоже так думала». Карлсон, который живет на крыше, напросился в гости к женщине. Она спрашивает: «А вдруг муж вернется?» «А я в окно». «Так ведь 15 этаж. Я ведь Карлсон, взял и улетел». «Только расположились», — загремел ключ в замке. Женщина схватила Карлсона и выбросила в окно. Ходит муж: «Кто у нас был?» «Никого не было». «А чьи на стуле штаны с пропеллером?» Муж, узнав об измене жены, прибегает во внеурочное время домой. По всему похоже, что любовник в квартире, но где-то спрятался. Муж посмотрел за диваном, в шкафу, на кухне, в ванной комнате, заходит в туалет, а там сидит Шварценеггер и говорит: «Ну что, нашел?» «Нет, нет, я еще под диваном не искал». Хозяин и гость сидят и пьют чай. Вдруг из спальни выходит мужчина и спокойно направляется к выходу. «Кто это?» — спрашивает гость. «Ну-ну», — отвечает хозяин, — «только, пожалуйста, без гнусных намеков, это спонсор моей жены». По министерству прошел слух: секретарша родила сына от министра, и он похож. Узнав об этом, министр вызывает помощника: «Сходи в роддом и узнай, чего там болтают, что он похож». Вернулся помощник: «Ну что?» — спрашивает министр. «Как 2 капли воды». «Как?» «Маленький, лысый, ничего не понимает и орет». Жена спит с любовником. Вдруг стук в дверь. Возвращается муж: «Господи, спаси меня от греха!»
Господь отвечает: «Спасу, с одним условием, через год утонешь». «Ну, за год многое изменится», — подумала она и согласилась. Господь спас ее от греха. Проходит год. Жене дают на работе горящую путевку в Новороссийск. Поехала. Но в море боялась купаться, а тут предлагают круиз на теплоходе. Думает, не станет же Господь из-за меня теплоход топить со множеством людей. Села, поплыла. Авария. Теплоход тонет. Господи, ну я одна такая, а за что же другие тонут? Голос сверху. А я вас, бледей, целый год со всей страны собирал. Муж пришел домой раньше времени, заглядывает в спальню и видит, что двое занимаются любовью. Он, ни слова не говоря, берет сковородку, нагревает ее на газу и ставит на задницу мужчины. Страшный крик, муж убегает из квартиры, во дворе встречает его жена. Он в недоумении спрашивает: «А кто сейчас у нас в квартире?» «Да это моя сестра с мужем приехали погостить». «Что сказала твоя жена, когда заметила, что ты целуешься с соседкой?» «Представь себе, ничего. А те два передних зуба и так давно пора было удалить». Муж возвращается из командировки, стучится к соседу. «К моей никто не приходил?» «Нет». «Совсем-совсем никто?» «Совсем-совсем». «Что, все 20 дней никто-никто?» «Все 20 дней». Помолчал и сказал: «Ну, тогда и я не пойду». Муж отвечает по телефону: «Не знаю, звоните в бюро погоды». «Кто звонил?» — спрашивает жена. «Наверное, какой-то моряк спрашивал, как там на горизонте». Жена с любовником лежат в постели. Жена спрашивает: «Дорогой, ты такой сильный, что бы ты сделал с моим мужем, если бы он появился?» Тот отвечает: «Я бы его в бараний рог скрутил, ноги бы вырвал, он бы кровью умылся». Из прихожей раздается тонкий, несмелый голос: «Фигушки! Я еще 2 дня в командировке». В ресторане официант: «Мадам, почему ваш муж залез под стол?» «Это не муж. Муж стоит в дверях». Жена ночью видит сон, будто спит она с любовником. И тут входит муж. Она просыпается с криком: «Прыгай скорее в окно, муж идет!» Муж вскакивает с кровати и прыгает в окно. Летит и думает: «А кто же я?»